На самых наших любимых озерах взрослые рыболовцы запрещают наловить даже окуня, а предпринимателям разрешают абсолютно все. Называют все это выполнением продовольственной программы. Простые караси, окуни, чебаки вдруг стали собственностью предпринимателей. Вся эта рыба разводилась в наших естественных водоемах с незапамятных времен. Это не мы пришли на их пруды, а они пришли к нам. Таких обращений, по словам активистов, сотни со всех уголков области. Рыбаки говорят о том, что предприниматели ничего в озера не выпускают, только вылавливают. А после них водоемы похожи на выжженную землю. Сейчас они просят Владимира Путина спасти увлечение рыбаков-любителей, а саму рыбу от полного уничтожения.